Фейерверки дядя Гриша. Добрый день. Я начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска, Носов Андрей Геннадьевич. Ранее мы предложили вам проведение профилактического визита, с которым вы согласились. Договорюсь, значит, профилактические визиты проводятся в рамках подготовки к Новому году и Рождеству. Мы проводим профилактические визиты на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, а также на объектах, которых реализуют техническую продукцию. Хотел спросить, как вы доводите ли до покупателей требования безопасности при обращении с пиротехническими изделиями? Скажем, с покупателем мы говорим, как использовать пиротехнические изделия. Мы говорим, что на каждом изделии есть инструкция на русском языке. Естественно, у нас весь товар, все инструкции строго на русском языке, в соответствии с регламентом таможенного союза. Да. Если потребует, мы, конечно, любую продукцию покажем сертификат. Ну, соответственно, наименование, которое у нас на пиротехническом изделии, оно должно соответствовать наименованию. Ну, для сертификата коды написано, и все соответствует нашей продукции, у нас есть сертификаты. Да. Ну, это как один из признаков того, что пиротехника не фальсифицирована. Да, можно посмотреть инструкцию на русском языке, целостность упаковки. Если еще попросить сертификат, то у вас вообще 100% надежность, это точно. Бытовая пиротехника делится на три класса опасности. Первый класс опасности – это хлопушки и бенгальские огни с радиусом опасной зоны 50 см. Второй класс опасности – это фонтаны и петарды, радиус опасной зоны до 5 метров. Третий класс опасности – это вся остальная пиротехника – ракеты, римские свечи, батареи салютов, фестивальные шары, радиус опасной зоны 30 метров. Соблюдайте все эти правила. Класс опасности и радиус опасной зоны написан на инструкции любого пиротехнического изделия. Вы должны помнить, что пиротехника, которая продается в свободной продаже, она, во-первых, является и должна быть пиротехникой первого и третьего класса, а во-вторых, инструкция на всех пиротехнических изделиях должна быть написана только на русском языке. От себя хочу еще сказать, что Новый год без фейерверков, как Дед Мороз без подарков. И самое главное, всегда помните о безопасности. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Берегите себя и своих близких. Фейерверки дядя Гриша напоминает. Новый год без фейерверков, как Дед Мороз без подарков. Порадуй взрослых и детей. Купи фейерверк у нас скорей. Фейерверки дядя Гриша. Скидки до 35%. Новоленинградская, 16, Попова, 100А. В декабре без выходных.